Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Несломленная». Зритель переживал все тяготы судьбы главной героини сериала вместе с ней. На долю Анны Стрельцовой выпало достаточно испытаний. Вероятнее всего, ее история рассказана полностью, и вряд ли последует продолжение картины. На данный момент нет официальных заявлений о готовящихся съемках второго сезона. Однако зрителю не стоит расстраиваться, ведь его ждут другие великолепные премьеры, которые приготовил телеканал «Россия-1». А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, сериал «Несломленная» рассказывает о сложной судьбе одной женщины, познавшей безграничное счастье и ужас потери и предательства. Анна Стрельцова – боец по жизни, и она не имеет права сдаваться. Тем более, что у нее есть та, ради которой стоит жить – маленькая дочь Надя. Именно надежда помогает Ане не сломаться и доказать себе, что она способна пройти любые жизненные испытания. Если вам понравился первый сезон сериала, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.